Здравствуйте, вас приветствую. Служба информации телеканал Архыз-24 в студии Азрет Аркенов. Это программа «События дня» и самые значимые интересные новости к этому часу в репортажах наших корреспондентов. Сегодня в выпуске. Мы практически все трубы здесь поменяли тоже. Дорога к Архызу станет комфортнее. На трассе, ведущей к знаменитому всесезонному курорту, полным ходом идет капитальный ремонт. Люди проезжают, проходят, спрашивают, когда построят и вообще построят ли. Конечно, построят. Второе дыхание обретает культурная жизнь на селе. А в ауле Беслине все готово для строительства нового дома культуры, рассчитанного на 250 мест. Дожди возвращаются. В ближайшие два дня нам вновь придется забыть про солнечные дни. Так что запасайтесь зонтами и следите за погодой. В Карачаево-Черкесии фиксируется снижение числа наркозависимых граждан и улучшение наркоситуации в муниципальных районах и городских округах. Такие данные прозвучали на очередном заседании Республиканской антинаркотической комиссии. Открывая ее заседание, руководитель администрации главы и правительства Карачаево-Черкесии Мурат Озов отметил, что органами исполнительной власти, местного самоуправления республики, а также правоохранительными органами на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия в молодежной среде, в том числе направленные на снижение уровня наркотизации населения. По сравнению с предыдущими периодами отмечается прекращение реализации через аптечную сеть наркотических средств, применяемых молодежью без назначения врача. Также на повестку дня комиссии вынесли вопрос о мерах, принимаемых органами МВД республики, по повышению эффективности борьбы с наркопреступностью и состоянию работы по противодействию незаконному обороту наркотиков в Зеленчукском районе. По итогам обсуждения было принято решение организовать обучение специалистов среди педработников по ведению антинаркотической пропаганды в школах региона. Дорога к Архызу станет еще комфортнее. Сейчас в республике полным ходом идет капитальный ремонт 12-километрового участка на трассе, ведущей к знаменитому всесезонному курорту. И если сегодня среднесуточная транспортная интенсивность на этой дороге составляет порядка 10 тысяч автомобилей, то после ремонта она заметно вырастет. Какие еще приятные сюрпризы ожидают автомобилистов Карачаево-Черкесии, расскажет мой коллега Эрнест Чуков. Капитального ремонта этот участок дороги в районе поселка Архыз не видел более 20 лет. А потому рабочим пришлось в этом году практически полностью поменять так называемую дорожную одежду. Сначала они сняли старое асфальтобетонное покрытие, потом уложили на его место основание щебеночно-песчаной смеси. Сейчас тут идут работы по укреплению и расширению дорожного полотна. То есть вместо старых 7, а кое-где 6,5 метров, дорога станет 8-метровой, в две полосы по 4 метра шириной. Отдельное внимание к безопасности движения по этому участку. Для этого дорожники отремонтируют 450 метров подпорных стен и построят свыше километра улавливающих железобетонных стен высотой 3,5 метра. Склоны опасные, есть и осыпи, и падение камней. В связи с этим в целях безопасности выполняются улавливающие стенки из монолитного железобетона. Также замена всех водопропускных труб, это мосты под насыпью дороги. И непосредственно сам поселок Архыз входит в ремонт участка. В самом поселке капитальный ремонт проводят на 3-километровом участке, вдоль которого появится тротуар с плиточным покрытием, в том числе приспособленный и для маломобильных групп граждан. Кроме того, появятся две автобусные остановки и автопавильон. Безопасность движения обеспечат 10 километров металлических барьеров, новые дорожные знаки и термопластиковая разметка. Все работы ведет группа опытных специалистов, за плечами которых капитальный ремонт дорог в Домбае, Тиберде и Красногорке. Они уже на протяжении 10 лет порядка работают на устройстве основания и укладке асфальтобетона. То есть практически, можно сказать, с 2011 года, с 2010. На данном участке работает 50 человек. Из единиц техники у меня 25 машин, 5 экскаваторов, 2 грейдера, 4 катка, плюс еще укладчики асфальтобетона. Одно дело строить дороги, другое их обслуживать. Это тоже нелегкий труд, очень важный для развития транспортной сети республики. Это приходится дорожникам делать круглый год и круглые сутки. Дело в том, что и зимой, и летом, и весной, и осенью, значит, трубы должны быть в идеальном состоянии. Вот эта труба, которую мы сейчас, в которой стоим, она действительно в очень хорошем состоянии. Она чистая, аккуратная. Ну, надо отдать должное, что это тоже результат работы
той, которую мы провели по капитальному ремонту, потому что в ходе капитального ремонта прошлые годы, позапрошлые годы, мы практически все трубы здесь поменяли тоже. Особое внимание на этом участке уделено охране экологии. Для этого дорожники установят 28 очистных сооружений, около 10 километров водоотводящих лотков, 4 из которых с озеленением полосы отвода, и свыше 1 километра ливневой канализации в самом поселке Архыз. Полностью завершить капитальный ремонт дорожники планируют в начале декабря этого года. Эрнест Чуков, Мурат Кемрюгов, Архыз, 24. А вот другой горный курорт Карачаево-Черкесии тем временем вошел в топ-пятерку лучших курортов России и СНГ для активного летнего отдыха в горах. Как сообщает интернет-сайт аналитического агентства Турстат, по соотношению цена-качество Домбай занял 5-е место в списке лучших горных курортов на постсоветском пространстве, уступив лишь Красной Поляне, Крымским горам, казахскому Чимбулаку и азербайджанскому Шахдаг. Напомним, что за первое полугодие текущего года Карачаево-Черкесия уже посетила 730 тысяч туристов, а к концу года, по прогнозам специалистов, эта цифра должна вырасти до 1,5 миллиона человек, что заметно превысит показатели прошлого года. Второе дыхание обретает культурная жизнь на селе. А в ауле Беслине все готово для строительства нового дома культуры, рассчитанного на 250 мест. Помимо строительства нового ДК, жители аула этим летом ожидают еще и завершения благоустройства местного парка. Подробности у нашего корреспондента Аниты Дышековой. Еще недавно на этом месте стоял старенький сельский дом культуры, возрастом более полувека. За этот срок учреждение постепенно ветшало, но ни разу не ремонтировалось. И потому в последние годы культурные события и концерты здесь стали редким явлением. Но жители аула надеются, что теперь ситуация изменится и культурная жизнь расцветет с появлением нового ДК. Изменится в лучшую сторону. Намного раз изменится в лучшую сторону. Потому что вот тут люди проезжают, проходят, спрашивают, когда построят, и вообще построят ли. Конечно, построят, говорят, не знаю, в течение года построят, говорят. Рады очень люди. Это остановка же, как считается, как центр вот тут. Все и старики, и молодые, и старые спрашивают, что будет, когда будет. Строительная бригада уже готовится к закладке фундамента под новое учреждение культуры, в котором предусмотрен современный зрительный зал на 250 мест. Общая площадь ДК составит 740 квадратных метров, а на время его строительства работникам культурной сферы придется временно перебраться в местную школу. Отремонтировать силы там очень много надо было. Крыша, наверное, в этом году рухнула бы, аварийный был. Мы там уже не проводили таких никаких мероприятий. И поэтому пришлось его снести. Работники Дома культуры, мы просто, и школа у нас такая тесновата, но все равно они, мы потеснились, там один класс им дали, все работы перенесли туда. И год потерпим. Новое здание ДК обещают сдать уже в следующем году, но это не единственный положительный сдвиг, предвкушению которого радуются жители Беслине. Уже сейчас в ауле начались работы по благоустройству местного парка отдыха. Турбек Гуков живет неподалеку и практически каждый день приходит сюда вместе со своими внуками. Радостно для наших детей. Вот это, что вот это участок, они почти половина аула собирается, играется, особенно наши вот бегают. У меня двое внуков с города, говорит, у нас тоже надаваторы такие стоят, как у вас. У вас новый, да, здесь лучше. Сейчас парк представляет собой небольшой детский городок с несколькими лавочками, и работы ведутся по его расширению. В этом парке будет там вот детская площадка, которая она маленькая. Мы ее решили немножко побольше сделать. Потом будет спортивная площадка, потом будет зона отдыха, типа это как летний кинотеатр будет там. Будем, ну, фильмы показывать. Завершение обустройства парковой зоны долго ждать не придется. Срок сдачи объекта порядка 40 дней. Анета Дышекова, Назир Капушев, Архыз, 24. Уже не первый год в нашей стране идет реализация федерального проекта формирования комфортной городской среды. Его конечная цель – кардинальное изменение облика российских городов, улучшение качества жизни малых и больших поселений путем благоустройства дворовых территорий и общественных пространств. Активно реализуется эта федеральная инициатива и в Карачаево-Черкесии. Ежегодно в республике формируется список домов, чьи дворы попали в эту программу. К примеру, в нынешнем году в Черкесске благоустроят 20 территорий.
Как при этом изменится облик дворов, расскажет Дарья Назарова. Целыми днями в этом дворе по улице Красногорская, 105, шумят строители. Рабочие устанавливают бордюры и готовят всю территорию под асфальтирование. Хотя еще недавно о ремонте жильцы дома могли только мечтать, ведь их дворовая территория находилась в плачевном состоянии. Здесь на каждом шагу были ямы и выбоины. Отсутствовала детская игровая площадка и скамейки, а потому вопрос о благоустройстве назревал давно. Живем со дня основания этого дома. Состояние, вообще дворовое состояние, было в антисанитарном в основном состоянии. И с этой стороны, и с обратной. Двор должен быть, чтобы когда ты вышел, у тебя настроение поднималось, что территория двора все-таки благоустроена, что-то, ну, приятно, когда все красиво. А не было так, да? Но нет, не было. Установка бордюров, детской площадки, освещение, обновление скамеек. Для жильцов все эти перемены долгожданные и приятные. И хотя работы еще много, они уже видят, как двор их меняется. Кстати, что будет входить в дизайн-проект благоустройства, собственники квартир выбирали сами. Учесть их пожелания – одно из важных условий программы, в рамках которой только в этом году в Черкесске преобразится 20 дворовых территорий. В 2017 году проходили заявки на участие в благоустройстве дворовых территорий. Данный дом подавал заявку, то есть они подали заявки, определенный пакет документов. Двор находился не в лучшем состоянии, то есть здесь были ямы, то есть детская игровая площадка была тоже в худшем состоянии. И таким образом сейчас будет проходить благоустройство. В ближайшее время преобразятся и дворы по улице Космонавтов 6, 8 и 12. Сегодня техника пришла и сюда. И хотя здесь территории небольшие, объем благоустройства стандартный. В благоустройство будут входить газоны, новые бордюры, асфальтовые покрытия, детские площадки, парковки для автомобилей, как бы озеленение. Недопониманий здесь нет, люди адекватно все относятся к работам. С пониманием, было собрание, мы их всех собирали, какие-то нюансы, вопросы были, мы все их учли, пожелания людей учли, ну, будем стараться выполнять. Большинство проектов, где сегодня идут работы по благоустройству, должны завершиться до конца лета. Ну а дальше дело за жильцами – содержать свой двор в чистоте и порядке. Дарья Назарова, Далиль Мирза, Архыз 24. Десятая ежегодная всероссийская диаспартакиада для детей с сахарным диабетом завершилась в Сочи. В этом году ее участниками стали 36 ребят из 6 российских регионов, в том числе из Карачаево-Черкесии. Диаспартакиада направлена на комплексную поддержку детей, страдающих от диабета. Тема юбилейной игры – виртуальная реальность. Участников ждало 7-дневное погружение в процесс, стилизованное под компьютерную игру, спортивные соревнования, командные игры и квесты по сахарному диабету. В процессе состязания ребята приобретали навыки игрового мышления, а также знания о том, как управлять своим состоянием и заботиться о здоровье. А внимание, дети! На территории Карачаево-Черкесии продолжается акция, направленная на привлечение внимания водителей к проблеме безопасности детей на дорогах. Это особенно актуально во время летних каникул, когда число дорожно-транспортных происшествий с участием подростков существенно возрастает. На этот раз инспекторы ГИБДД совместно с общественным советом при МВД по республике направились в республиканскую детскую клиническую больницу, чтобы навестить ребят, которые пострадали в результате ДТП, а также в игровой форме напомнить маленьким пациентам о безопасности на дороге. Подробности в следующем материале. Больница, стационарный режим, уколы, капельницы, прочие медицинские процедуры. Но в этот раз к стандартному расписанию в медучреждении добавился еще один неожиданный пункт. Сотрудники ГИБДД, члены общественного совета при Министерстве внутренних дел республики совместно с аппаратом уполномоченного по правам ребенка пришли навестить маленьких пациентов, обеспечив их подарками, конкурсами и хорошим настроением, а заодно провести с ними профилактическую беседу. Такого рода мероприятия проводятся на территории региона впервые. На сегодняшний день пропаганда всей республики имеет только одну цель, чтобы меньше было ДТП с участием маленьких детишек. Они самые безгрешные. И каждый, когда садится за руль, должен обязательно иметь в виду, что дома его ждут дети.
Как правильно переходить дорогу? Зачем пристегиваться ремнем безопасности в автомобиле? Почему нельзя играть рядом с проезжей частью? В формате игры сотрудники ГИБДД объяснили детям основные правила дорожного движения. Инспекторы уверены, что лучшая профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – это знание и соблюдение ПДД не только водителями, но и пешеходами, в том числе и детьми. Сегодня было весело, хорошо. Нам давали подарки, мы отвечали на вопросы всякие, загадки нам задавали. Мне кажется, настолько поднимает детям настроение и дает им стимул выздоравливать и больше сюда не попадать. С начала текущего года на дорогах Карачаево-Черкесии произошло более 200 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 317 человек. 24 из них – несовершеннолетние пассажиры. Снижение количества ДТП и пострадавших в авариях – одно из основных направлений в работе госавтоинспекции. Не случайно на территории республики регулярно проводится акция «Внимание, дети», направленная на активизацию работы по предупреждению детского дорожного транспортного травматизма, восстановлению навыков безопасного поведения детей и подростков на улицах и дорогах, их адаптации к транспортной среде в местах постоянного жительства и учебы. Цель данного мероприятия в том, что мы не забываем о детях, которые пострадали от дорожно-транспортных происшествий, и также проведение викторин и каких-либо конкурсов для того, чтобы привить детям безопасные навыки безопасного поведения на дороге. То есть мероприятие носит как воспитательный характер, так и профилактический. В конце встречи гости вместе с детьми отправились во двор больницы, где запустили в небо воздушные шары. По словам сотрудников МВД, такого рода мероприятия будут теперь проводиться в нашем регионе на постоянной основе. Юлия Житная, Гульмара Ранукова, Станислав Сушков, Архыз-24. И в завершении выпуска новости погоды. В ближайшие два дня природа вновь не будет нас баловать солнечными деньками. Так что запасайтесь зонтами и сапогами. С 22 по 24 июля в нашей республике, а также на Ставрополе, в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ингушетии ожидаются сильные дожди с градом, а ветер усилится до 22 метров в секунду. Упрдор-Кавказ просит водителей в эти дни быть предельно внимательными и тщательно соблюдать все правила дорожного движения. Узнать подробнее о состоянии проезда по дорогам Карачаево-Черкесии, а также сообщить о проблеме, возникшей на федеральных трассах, можно по круглосуточному телефону диспетчерской службы Упрдор-Кавказ 8-87-93-33-11-59. Такими, на наш взгляд, были основные события дня. Напоминаем все новости республики на сайте Республиканского информационного агентства Карачаево-Черкесия и на нашем канале Архыз-24. Номер телефона редакции 238940 и код города 8782. Всего доброго и оставайтесь с нами.